Хохлома – яркое самобытное явление русского народного декоративно-прикладного искусства, существующее не только в России, но и в масштабах всего мира. Наверное, нет такого человека на Земле, который бы не знал о хохломской росписи. Эта роспись стала визитной карточкой нашей страны, символом своеобразия русской декоративной культуры. Многочисленные туристы из разных стран, возвращаясь из России, везут с собой хохломской сувенир. В любой точке мира эти изделия узнаваемы. Они привлекают всеобщее внимание, ими любуются. Мерцающее золото, глубина черного фона, тонкий растительный узор, травка, ягоды, цветы – все простое, из детства знакомое. Все это хохлома. Промысел возник в 17 веке в Нижегородской губернии и получил свое название от крупного торгового села Хохлома, куда на торги свозились все деревянные изделия. Изначально хохломская посуда изготавливалась при монастырях и предназначалась для царского двора. Впоследствии, когда на рынках появилась конкурирующая с хохломой дешевая металлическая и фаянсовая посуда, необычная окраска семеновских изделий обеспечивала их популярность и сбыт. Так, в 19 веке хохломскую посуду можно было встретить в любом уголке России, а также в Персии, Индии, Средней Азии, США и в Австралии. В 1916 году при поддержке Нижегородского земства в Семенове была открыта школа художественной обработки дерева. На базе этой школы была организована кооперативная артель «Кустарь-художник», которая впоследствии переросла в крупное художественное объединение «Хохломская роспись». С середины 1960-х годов и по настоящее время предприятие «Хохломская роспись» является крупнейшим производителем художественных изделий из дерева с хохломской росписью. Благодаря талантливому коллективу сохраняются и приумножаются традиции древних мастеров, а город Семенов по праву считается столицей золотой хохломы.